Это «Давеча», и мы продолжаем. Взялся за топор из-за личной неприязни. В Вятских Полянах вынесли приговор местному жителю за жестокий поступок. 37-летний мужчина ударил знакомого топором по ноге. В итоге пострадавшему ампутировали 4 пальца. Экспертиза оценила увечья как вред здоровью средней тяжести. Решение суда – 2 года лишения свободы. С учетом данных о личности, совокупности смягчающих наказания обстоятельств совершения преступления впервые, суд посчитал возможным применить положение статьи 73 Уголовного кодекса России, установил испытательный срок 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела, суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 500 000 рублей.